я милиции служу, эту службу нахожу хоть беспокойную, но лучше на земле. А снег кружит над головой, а ты стучит по мостовой, а кто-то снова обращается ко мне. Отправиться в увлекательное путешествие по стране безопасности предложили ребятам из 9-й средней школы представители важной и сложной профессии милиционера. Они несут ответственность за порядок и безопасность и пришли к школьникам в гости, чтобы напомнить о необходимости соблюдения закона, правилах поведения в общественных местах, на дороге и в зонах отдыха на летних каникулах. Сегодняшним мероприятием мы хотим достичь того, чтобы дети именно в нашей игровой подаче материала выяснили для себя самый главный основной суть – не совершать преступлений, не совершать правонарушений и, конечно же, всегда быть в безопасности. Для того, чтобы детки наши понимали, какие правонарушения или какие преступления совершаются в категории маленького возраста, более старших детей. В последующем, конечно же, учились на чужих ошибках и ни в коем случае не на своих. Воспитание законопослушного гражданина – это безопасное будущее наших детей. Конечно же, это одно из приоритетных направлений работы в учреждении образования. Начинается оно с азов и с самого раннего детства. Организаторы акции очень старались, чтобы для ребят этот день прошел не только с пользой, но и запомнился как добрый праздник. Они подготовили викторины, конкурсы и музыкальные номера. Представили тематические площадки, где можно было узнать много интересного об истории образования милиции Брещины. Или, к примеру, рассмотреть вблизи служебный автомобиль, получить подарки и угощения. Для нас подготовили очень много разных конкурсов, викторин, площадок. Они рассказывают нам про безопасность. Эта информация очень полезна и обязательно пригодится каждому ребенку. Мы очень важны для них, потому что если, к примеру, украдут ребенка, то сразу же родители позвонят в милицию, и они начнут исследовать. Если найдут вора, то сразу же его арестуют. Путешествие по стране безопасности вместе с ребятами продолжится во время каникул на базе пришкольных лагерей и в других учреждениях образования города. В рамках межведомственной программы «Забота» сотрудники УВД выполнят свою важную миссию, проверят и закрепят знания детей в различных ситуациях, чтобы лето прошло весело и беззаботно и оставило после себя только добрые воспоминания.